Всем привет! С вами Ксения Плющик, это канал OL Times TV. И сегодня мы присутствуем на третьей всероссийской молодежной научно-технической конференции нефтегазовой отрасли «Молодая нефть». Конференция «Молодая нефть» проходит в стенах Института нефти и газа с 2013 года. На тот момент она имела региональный уровень, а с 2014 приобрела всероссийский. Наша конференция в этом году проходит уже в третий раз и набрала рекордное количество заявок. Это 221 заявка. К нам приехали участники из 4 городов России. Это Москва, Иркутск, Архангельск и Томск. В этом году мы добавили 2 новые секции по направлениям наземные транспортные средства и промышленной энергетики. По итогу конференции у нас выйдет электронный сборник с номером ISBN, который будет опубликован или располагается на сайте Сибирского федерального университета. Хотелось бы отметить и на будущее, на заметку, наверное, всем выступающим, что хотелось бы услышать реальную практическую значимость, расчеты, какие-то экономические показатели в своих работах. На базе Института нефти и газа создано 13 научных секций конференции «Молодая нефть». Эта конференция проводится для всех специалистов нефтегазовой отрасли, студентов, инженеров-производственников, а также в ней могут принять участие школьники. Данная конференция позволяет повысить качество подготовки специалистов с высшим образованием. На самом деле я принимаю первый раз участие в подобной конференции. До этого хотелось, но в этом году задумался о магистратуре, в путь. Нашел научного руководителя и пошел. Оказалось, на самом деле, не так трудно, как это кажется на первый взгляд. Вот и подошла к концу конференция «Молодая нефть». Все участники представили свои работы, некоторые из них завоевали почетные места. Участвуйте, выигрывайте. Ксения Плющик, Юрий Лепко, OL News.